И сегодня же Владимир Путин встретился с главой Башкирии. Речь шла о социально-экономическом развитии региона. По словам Рустема Хамитова, в республике улучшается инвестиционный климат, наметился рост промышленного производства, увеличиваются зарплаты. Уже этой осенью в Башкирии появится новый перинатальный центр, в котором так нуждаются жители. Еще одна проблема на стадии решения – это строительство жилья. По оценкам властей, если нынешние темпы сохраняются, очереди на квартиры можно будет существенно сократить за 5-7 лет. Ставили задачу по работе над уменьшением и даже ликвидацией очереди на жилье. Мы проанализировали эту ситуацию. Нам надо почти 90 тысяч семей очереди обеспечить жильем. Большая программа, недешевая, но решаемая. И мы сегодня уже видим контуры того, как это сделать, реализовать. Будем строить и арендное жилье, и у нас очень активно идет программа жилищно-строительных сбережений. В предыдущие годы сколько строили? Мы строим 2 миллиона 700. Мы пятые в Российской Федерации по объему строительства жилья. Пятое место в России занимаем. 2 миллиона 700, да? Да, мы строим. И вам нужно добавить еще 500 миллионов? Нам надо еще 500 миллионов добавлять. К этим 2 700 еще надо 500 добавить. И чтобы мы строили 3200, 3300, но вот в течение 5-7 лет, в принципе, существенно можно снизить очередность на жилье.